В организации и проведении Дня Победы принимают участие все больше молодежи. Школьников и студентов объединяет волонтерство. В Иванове прошел областной патриотический форум волонтерского корпуса 70-летия Победы. На этой доске представлены достижения волонтеров всех муниципальных образований региона. Форум для молодежи – повод поделиться планами и идеями, скоординировать свою работу. Чтобы ни один ветеран не остался без помощи и поддержки. Чтобы организовать мероприятие в рамках юбилея Победы на высшем уровне. Акции у нас будут разнонаправленные, то есть это будет и солдатская каша традиционная, на 9 мая выдается, и бессмертный полк уже в Иванове, он традиционный. И, конечно же, у нас будет проводиться стена памяти, будет проводиться сирень Победы в этом году, это первый для Иванова опыт такой, будем сажать 1 мая сирень Победы ветеранам, скорее всего, сделаем целую аллею. В общем-то, работа будет проведена большая. И почему привлекается больше молодежи? Скорее всего, потому что молодежь, у нас наследники истории, они будут передавать эту историю своим детям, чтобы дети их знали, помнили историю нашей страны.